В Махачкале 9:57. В студии Светлана Саидгусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Следственные органы доставили главу Дербентского района Магомеда Джалилова в Москву на допрос. По предварительным данным, он задержан на 2 суток. Сегодня должен быть суд. Напомним, ранее сообщалось, что в здании администрации Дербентского района Дагестана силовики проводят обыски в рамках ранее возбужденного уголовного дела. В Махачкале в торговом доме «Киргу» прошел 2-й международный фестиваль гастрономического туризма и чемпионат «Визит Дагестан-2019». В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Владимир Васильев. Я думаю, что такое событие даст еще дополнительный импульс. Мы все еще раз задумываемся. И, наверное, нам очень хочется, чтобы таких праздников было как можно больше. Вы еще посмотрите нашу республику, побываете в одном из старейших городов России, в Дербенте. Мы надеемся, к тому, что вы сегодня сделали, вы еще и получите от пребывания в Дагестане самые добрые впечатления и эмоции. В республику поступило 20 новых мусоровозов. Глава города Салман Дадаев совместно с министром экологии Набиуллой Карачаевым и представителем управляющей компании «Лидер», одной из компаний, ответственной за чистоту в республике, Дмитрием Зуевым, проверили состояние спецавтотранспорта и пообщались с водителями машин. Сегодня в историческом парке «Россия. Моя история» молодежь Дагестана встретится с героем России, подполковником Загидом Загидовым. Встреча состоится в рамках реализации всероссийского проекта «Диалоги с героями». Отметим, что с 2016 года участниками проекта стали более 40 субъектов России. 50 тысяч молодых людей смогли пообщаться с ветеранами, а также узнать об их жизненном пути. 13 апреля на территории муниципальных образований Дагестана пройдет общереспубликанский сельскохозяйственный субботник. В рамках мероприятия планируется приведение в порядок приусадебных участков, уборка территории вдоль трасс, посадка саженцев деревьев. Новости культуры. Открытие экспозиции работ художников из Тверской области в рамках выставочного проекта «Арт-перекресток. Верхневолжье. Дагестан» пройдет сегодня в Доме поэзии Махачкалы. Будут представлены картины, посвященные знаковым местам Тверской области, в частности, легендарной Ниловой пустыне, находящейся на озере Селигер. В рамках открытия также состоится премьерный показ 3 живописных полотен знаменитого художника Всеволода Иванова. Погода. В Махачкале ожидается небольшой дождь, температура 13-15 тепла.